Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости. Продолжаем опыты. Сегодня на опыт у нас светит 6 лампочек по 5 ватт, а работают вечно. С КПД, ребята, сейчас скажу, 10,1 тысяча помножить на 100. КПД 100 000% система. Значит, как она работает, система? И они старые, ребят, 6 штук. Вот они. На под это. На компенсации. Аккумулятор. Так. Старенький аккумулятор. Реверон работает по схеме. Сейчас я вам поближе покажу. По схеме, ребята. Вот. 1/10. Видите, 1/10. И 10. И 10 секунд. То есть 1/10 подается питание, подзаряжается ионисторы, вот 6 штук. И продолжают светиться лампочки. Как видите, лампочки светятся ярко и хорошо. На 6 комнат, 6 штук. То есть получается, значит, неправильно сказал, 10 и на 10 100 и помножить на 100 10 тысяч КПД, 10 000%, а не 100 000. То есть 1/10 секунды мы подаем питание сюда с этой батарейки, так, через реле. А 10 секунд она работает на самозапеке. 6 лампочек по 5 ватт. Вот такая схема. То есть получается КПД схемы 100 помножить на 100, если в процентах. 10 000%. Значит, реле Амрон идет. Подключено сюда на плюс. Выход с реле, вот он, видите. Подключен на лампу. 0, то есть минус, напрямую идет на лампу. И также минус идет напрямую на эту, на ионисторы. То есть система на 6 ионисторах, можно сказать, вечные лампочки с КПД 10 000%. Итак, зарисовываем схему. Итак, значит, аккумулятор. Правда, аккумулятор, ребят, старый. Но можно было и побольше, значит, нагрузить, если был поновее. Ну, пока такие лампочки. Светодиодные лампочки, 6 штук. Дальше. От аккумулятора идет, ребята, плюс и минус. Значит, плюс мы сразу на реле посылаем вот сюда. Реле Амрон. Вот оно. Реле Амрон, ребята, 0,1 секунды всего включается. А 10 секунд отключается, и система работает на самозапеке. Дальше. Питание, ребят, с реле Амрон питание идет. А, это я показал. Стоп. Значит, на реле Амрон идет сначала, а с реле Амрон, ребята, выходит на 6 лампочек. Я показываю одной 6 ламп. Значит, отключено 10 секунд, включено 1/10, даже не секунду, не в 100 получается раз. 100, да еще если по процентам, 100 на 100, 10 000 КПД. А тут, ребята, минус. Один минус идет напрямую на лампочку, а второй, ребята, минус идет вот сюда. Вот тут еще блок ионисторов, видите? 6 штук. Значит, вот этот минус на лампочку, а это сюда. 6 ионисторов.
для компенсации. То есть мы сейчас покажем, значит, как оно работает. Вот реле, значит, реле разделяет, видите, разделительную полосу. Включили 1/10 СТКБ, пошел ток. Заправили сионистр, загорелась лампочка. Выключили. 10 секунд работает, отключено КБ, ребята. Отключен. Работа на самозапитии ионисторов. То есть КПД, то есть вечные лампочки с КПД 10000%. Поэтому, ребята, можно применять и любые мощности. Только у меня старенький АКБ, видите, поэтому я лампочки применил на 5 ватт. А если новый, то можно и на 500 ватт по такой же схеме ионисторов набавить. То есть эта схема, ребята, вечные лампочки с КПД 10000%. Благодарю за внимание, всем удачи и стального богатырского здоровья.